За референдумом о присоединении Крыма следили сотни наблюдателей. На месте событий побывал член Общественной палаты Ненецкого автономного округа Федор Малащенко. Он посетил 4 участка для голосования. В задачу наблюдателей входило следить за возможными нарушениями закона и прав граждан. Своими впечатлениями он поделился с нашими корреспондентами. На всех участках, которые мы 4 наблюдали, абсолютно никаких нарушений не было. Абсолютно. То все вранье, что там, говорят, там с автоматами стоят там и так далее. Да, на входе там дежурит милиция, дежурят дружинники. Федор Малащенко поддерживает решение о вступлении Крыма в Россию. По его словам, Крым – это русская земля. Здесь проживает много русских людей, а также украинцев и татар. Поэтому россияне не должны бросать ни одного русского, где бы то ни было, особенно в Крыму.